мы возвращаемся в Legends of Equestria, вторая часть стрима. Музыку, звук включила. Так, что нам писали в ребята в чате, пока я отходила? Так, тут уже кто-то танцует. Отличненько. Ну как вы так высоко станете, я боюсь спросить. Ну ладно. Так, что нам писали? Сегодня самый лучший день. Ну ладно. Обычный вроде день. Секретку можно с Земнопони добраться? А хороший вопрос. А я не знаю. Смотрите, здесь лесом все окружено. Ну, с другой стороны, вот вроде Земнопони есть, так что как-то, наверное, можно пройти. Вот тут, наверное, по боку. Вот тут. Можно, да, тут отвечают. Год дракона убивать. Лежа танцевать весело. Танцевать хотят. Я хотела тебе сказать, что обнова новогодняя будет либо 25 декабря, либо пораньше, там новогодние шапочку и ботинки будут. Ну, да, это будет классно, если будет. Вот, может, тогда еще на январских праздниках постримлю. Потому что, ну, перед Новым годом там точно стрим будет по итогам года, а вот потом на январских, может быть, постримим. Клуб какой-то приглашается же по интересам. Ну, тут обсуждают насчет нагрузки серверов. Ну да, как бы большие-то ивенты бывают редко. Ну, чтобы держать постоянно очень мощные сервера и платить за них. Так, Twilight Crystal, я хотела показать секретку. Какую? Сейчас мы Twilight Crystal спросим. Тома, будешь в клане? Ну, ребят, я ж не играю, чтобы не в клане быть. Какой смысл? Так, там все еще обсуждают, что проект не приносит прибыли. Ты-ты-ты, где Тома? Ну, народ на столе-то отплясывает. Прям вообще. Весело вам. Так. Носки можно купить в любом, почти в любом, у любого торговца. Продаются разные носочки, у всех разные. Так что вы обойдите всех торговцев и поищите, какие вам больше нравятся. Но все же, если делать, то качественно. Ну, на самом деле, все-таки это фанатский проект, поэтому мне достаточно того, что оно вообще запускается и хоть как-то работает. То есть требовать какой-то мега-классной там боевки, стабильности, это было бы уже сильно, потому что, ну, реально, как бы, проект от фанатов для фанатов. Я вообще реально очень рада, что они хотя бы просто допилили и выпустили в релиз, так сказать, потому что... Я вообще боялась, что игру как бы вообще не доделают, и не, она не будет постоянно открыта. Раньше мы тестировали ее только раз в полгода на два дня, да, а сейчас вот она уже который месяц, ну, как бы более-менее стабильно вроде работает, можно заходить и как-то играть, общаться, вот, и я уже рада, что хотя бы это есть, честно. Стрелбери йогурт. Мы в ПВП-зоне тут сидим, в закоулочке. Так, отлично. Короче, Twilight Crystal так и не ответила пока что. Пока что. А, эту? Понятно. Ну, эту секретку мы уже посмотрели. Понятно. Ну что, данжили на драконов?
Сейчас мы решим, куда пойдем. Я пока почитаю, что у нас на Ютубе в чате. Тома, давай на секретку, потом в данж. Как ты на это смотришь? Ну вот сейчас я, ребята, в чате спросила, что ответят. Туда и пойдем. Так, как игра называется? Legends of Equestria. В названии стрима написано игра. В Heartlands есть новый моб. На большой поляне, где много мобов, есть лев, который дышит огнем. Да, давайте сходим посмотрим. Что ж вы мне не сказали? Спасибо, Star Angel. Давайте посмотрим лев, который дышит огнем на поляне. Сходим, давайте. Это в середине, которая... Передай привет Мурке и Мирке. Мурки-Мирки? Мирки-Мурки. Привет. Давайте поищем льва, который дышит огнем. Если мы его не найдем, сходим на данж. Если вы прочитали мое сообщение, скажите на камеру котенок. Я бы сказала, но камера, увы, не подключена. Ха-ха-ха. Нет, игра только для планшета. Ой, для планшета. Только для компьютеров, поэтому на планшете и телефоне ее нет. Почему стрим завис? Да не завис, он там. Меня так не пугайте. Сейчас даже проверим. Не, вон, чат листается, все ок. Так, давайте вернемся. У тебя есть брат или сестра? Старшая сестра у меня есть. Я из-за стольких людей не могу зайти на сервер. Да ладно, реально не пускают из-за того, что народу много? Я думала, это еще немного. Так, что напишут? Так. Где мой вопрос был? Почему хотя бы свои сообщения не подчеркиваются? Драконы. Дискотека. Дискотека по-эквестрийски. Вули, дракон. Пошлите вули, в лесу уже были. Танж. Год драконов. В принципе. Большие локации, много мобов и обилия по ней понижает FPS игры. Что же не так? Драконы сейчас очень редко спавнятся. Ну, давайте пойдем тогда сначала, короче, на шляпу ведьмы уже нигде не купить, она была к Хэллоуину только. Короче, все, я принимаю управленческое решение. А где я тут? Пойдемте поищем огненного льва на площадке. На площадке. Ну, вы поняли. Там. А, кстати, пешком вот можно отсюда выйти как-то? Да, вот, вполне можно выйти. Пойдемте. Найдем телепорт ближайший из PvP-зоны. Где они тут были, эти телепорты? Можно просто умереть, конечно. Наверное. А если тут написать так, куда меня перенесет? А, поищем этого льва, который дышит огнем. Вот. Короче, стак просто пишите, выходите. Вот где-то на поляне с мобами должен быть лев. Давайте его поищем. Если не найдем, пойдем в улей. В улей пойдем. Так, это явно не лев. Кстати, эти цветочки можно теперь собирать, что ли? Или нет? Или это просто... декоративные. А вот на этих яблонях раньше были яблоки? Я что-то не помню. Мне кажется, тут не было яблок. Или были? Я просто не помню. Так, тебя мы видели. Тебя мы видели. Где ваши огненно дышащие львы? Да, мы в Heartlands ищем некого льва, который должен дышать огнем. Но пока я тут что-то стареньких все вижу. Есть кто найдет, можем расширить поиски, то есть не всем вместе бегать. Пишите в чат, что вы его нашли. Как вы... Я не слышала информацию про новых мобов, честно. Я что-то пока не вижу никого. Они в... А, они в Брам... В смысле, а они львы в Брамбле или мы в Брамбле? Кто в Брамбле? Ну давайте вот в Брамбл мимо волков, птиц. Нету никого. Это волки, птицы, птицы и волки. Волкоптицы, я бы сказала. Так. Ну что-то львов я не вижу. Только куриц. Что-то много этих фениксов развелось-то, а? Прям, гляньте, какими табунами-то. Что за пони? Что за пони? Так, ну вы тогда к этому, к данжу идите. Не ищите меня. I'll be back.
что он ничего от меня не хочет. Где у нас Даншин там? По-моему, лев в данже, где много собак. Да-да-да, все, в данж летите. Я уже поняла, что на поляне львов не видно никаких. Соответственно, вариант с данжем более реальный. Поиграй в спор, прикольная игра. Да, я когда-то, по-моему, даже, может быть, играла. У нас, по крайней мере, диск точно есть. Так, данж, данж. Стоп, данж, туда. Немножко не по курсу. А сервер Европония. Игра платная? Нет, игра бесплатная, фанатская, немножко глючная, поэтому бесплатная. Точнее, бесплатная, поэтому немножко глючная в таком порядке. Почему ты не читаешь чат YouTube? Я читаю, я просто не могу читать два чата параллельно. У меня одна пара глаз, они смотрят в одну сторону. Как-то косоглазия пока нет, поэтому, увы, я не могу читать два чата параллельно. Это не вот это? Нет, не вот это. Здесь, кстати, пони-продавец есть, у которой можно вот такой факел, как у меня в зубах, купить. Лев в Брамбле, я забыла сказать. Да, я уж поняла, мы уже вот идем. Вот он, Брамбл на горизонте. Почему у пони туча над головой? Это декор такой. Так, вход. Стоп, найти вход. Где у вас тут вход? Вон там, где народ сидит. Я иду! Я бегу! Не убивайте всех львов без меня. Дайте мне тоже посмотреть. Так, отлично, народ подошел. Ну, давайте посмотрим там этих львов, не львов. Заходим. Тут, благо, не одноместные. Почему ты называешь в видео себя Том? А это творческий псевдоним, если вам так удобно. В интернете это называется никнейм. Ты, Тома, ты смотришь в чат, где твое лицо? Я сегодня без вебки, как вы могли заметить. Ну чё, где ваш лев? Потому что в эту игру я обычно без веб-камеры играю, чтобы было видно других игроков, а не только меня. А я в правильную сторону иду? Где эта локация? Эта локация почти возле телепорта в Клоудополис. Так, ну тут обычные собаки. Мы их тоже убьем. Выходи, боглый трус, вот тебя подушкой. Все такие стоят, окружи бедного волка. Эй! Так. Ты не читаешь чат. Ну, ребят, я не могу читать его параллельно. Нет, ну серьезно, я читаю чат. Вот в данный момент я чат читаю. А до этого не читала, потому что меня не это самое. Ой, ну вот, я кого-то в группу взяла. Ну ладно. Кому-то повезло быть со мной в группе. Хорошо. Я нечаянно, если что. А дальше лев, да, должен быть? То, что здесь только корки и эти самые обычные львы. Так, ну пойдемте дальше посмотрим. Потому что тут я львов не вижу. Дальше, да? Или они тут просто спаунятся редко? Ну что ты стал такой возле меня? Деловой собак. Вот тебе. На тебе. На тебе, на всем на. Да, окружили демоны. Здесь тоже весело бывает. Они тут спаунятся, походу. Я сейчас, кстати, умру. Если я умру, поднимите меня кто-нибудь. Нет, лев дальше. Да, я поняла. Давайте пойдем дальше. Где там лев? Интересно, а пешком по этой штуке можно пройти? А, я упал. Нет, я упал. Тут кусты, они меня съедят. Ну, короче, да, можно пройти, только не таким. Давайте еще раз. Раз, 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 раз. Ей, я прошел. Еще дальше. Тома, иди к улью. Я покажу.
пуги. Пынь мы эти самые. Уточки, уточки. А кто помнит, куда к улью идти? Я падаю. О, слушайте, тут реально мобов стало гораздо больше, чем было. Помните, тут было вообще... Мы классно деремся на воде. Я пони Иисус, я хожу по воде. Если я умру, воскресите меня кто-нибудь. Вот и нап, да. Воскресите меня, пожалуйста. Я буду неправильный Иисус. Там много переплетающихся веток. Спасибо. Ну, то меня не воскресит. Как выбрать комнату? Левый верхний угол под картой и стрелочку нажать возле номера комнаты. Когда будет новый обзор? Я надеюсь, что в обозримом будущем. Может быть, на следующей неделе. Если что, на этой неделе тоже обзор был. Пони купаются, да. Знаете, есть серия рисунков пони-уточки. Тебе нравится больше Sims или эта игра? Мне нравится... Ну чё, меня никто не поднимет, реально? Или просто все зависли? Мне все нравится. И Sims, и это... О нет, Тома залагала. Засада. Где располагается эта локация? Еще раз говорю, там, где у вас ворота большие в Хартлендсе, которые ведут в Клаудополис, рядом есть такая локация из переплетающихся веток шипастых. Вот там вход в нее есть, где-то рядом. Не возле ворот, а возле этих переплетающихся веток по периметру обходите, заметите телепорт. Ну что, я респаунюсь, меня никто не поднимает. Сейчас я I'll be back, наверное. Или не I'll be back. Я меняю комнату. Где Sims? Возможно, на следующей неделе. Я надеюсь. Тома мне помогло в видео, как можно вырасти. Спасибо. Пожалуйста. Хоть кому-то мои ролики чем-то помогают. Это тупик Тома. Да. Давайте попробуем пройти еще раз туда. Все-таки найти этих львов. Я прям заинтриговали теперь львами этими. Так, кто-то там шел в обратную сторону. Не-не, мы все куда шли по плану. Просто что я умер. Кусты. Шипы. Нет, я не хочу сражаться с вами. Полечу я, пожалуй. Так, уточки пролетаем. Это мы были сегодня здесь. Так, дальше тоже пролетаем. Пролетаем, пролетаем. Так, я вроде верно. Вот, улей. Почти долетели мы до него. Эй, стоп, это еще не улей, это еще эти штуки, которым надо прыгать. Но я не умею прыгать. Так, о, олени. Олени. Ну, почти львы. Так, нет, наверное, не сюда. Если вас укачивает от того, как я играю, я заранее дико извиняюсь, но уж такой я кривой игрок. Все, еще дальше? Слушайте, тут реально прям данж-данж. Ну, в плане реально, вот было бы еще тут не респаунищиеся моды, то есть, чтобы можно его было реально зачищать. Ой, куда-то я не туда зашла. Алмазные эти самые далматинчики, смотрите, классно. Далматина псы. Не, я, пожалуй, пойду. Я не чувствую себя уверенно в окружении стольких собак. Вверх, вниз. Я просто не знаю дорогу, поэтому я, честно, бегу куда глаза. Леди, ты тоже тут собаки. Нет! Так, кто-то со мной тоже бегает рядом. Извиняюсь, человек, что я тебя подвожу, но я действительно не знаю, куда идти. Тут тоже тупик. Черт, что такое? Куда идти? Мы откуда, с какой стороны вообще пришли? Мобов много стало. Да, я уж про то, что что-то прям такое... что-то как-то много мобов. Так, это поляна с этими самыми... Олайнями. Где Тома? Тома где-то тут. Так, мы вот отсюда пришли или нет? Да, мы отсюда пришли, с водопада. Тут одна развилка? Или еще есть, интересно? Да что ж вы все налетаете, да? Дайте-ка я гляну. Тут, в принципе, одна дорога только.
Ну, тут олени явно, тут закрыто. Ну да, походу. Вариант один прямо. То есть сюда. А дальше куда? Направо пойдешь. В тупик упрешься. Налево пойдешь. Собак сыщешь. Так, а вот сюда, если пойдешь, тоже тупик. Тоже тупик. Ну, значит, через собак полюбасу. Конечно. Мне нельзя вообще давать управление летающими транспортными средствами. Так. Слушайте, реально очень много мобов стало. Прям... Это, наконец, улей. Я думала, я не дойду до него. Е-е-е, я дошла до улья одна. Чего какая, да, типа сижу. Так, что нам в чате пишут? Тома, нажми на продолжить. Это вы про что говорите? Про то, что я не воскресала? Так я ждала, чтобы меня кто-нибудь поднял. Там есть дыра в текстуре, да? Я не удивлена. Там много переплетающихся веток. Я не могу. Тома, мы не можем тебя воскресить, писали мне. Я вообще в Брамбл не могу зайти, да? Тома, стой на месте, стою. Я одна вместе с Тома. И то, где ты уже, флай потерялась, пока я тут бегала. Короче, я стою возле улья. Что, мне одной идти искать или нет? Так, что тут пишут? У меня память коротковременная. Где это место? В Хартленде, в стороне телепорта в Клаудополис. Нет, на iPad в это сыграть нельзя. Классная игра, будет обновление на Новый год. Я пока не знаю, но говорят, что-то будет. Посмотрим. Какие планы на понедельник? Sims Скопо, как обычно, если вы имеете в виду видео на канале. Так, все, вроде вопросы пока закончились. Именно вопросы. Какая комната на экране написана? Игра бесплатная. Да, меня колбасит, это нормальная ситуация. Давай на другой сервер. Вас так и не пускают на другой сервер? Я просто не уверена, что... Хотя сейчас... Народу куда-то все делись. Может быть, и поменяемся в следующей части сервера. Посмотрим. Так. Тут лагает. Везде. Давайте я попробую все-таки поискать льва этого. Где-то же он должен быть. А, тут мед. Он липнет. Я к нему липну. Но пока я львов не видела. Давайте я попробую дойти до конца данжа. Так. Я лучше медленно, наверное. Нет, так вообще медленно. Ну, оно что такое? Пчелка, пчелка, не кусай меня. Я... Как, это... как там пел Винни-Пух? Я пчелка, 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 я лось, не медведь. Так, ну в улье льва не было. Есть ли лев где-нибудь здесь? Сейчас посмотрим. Так, ну это обычно. Это мантикора обычно. Привет. А у тебя другие львы есть? Кстати, они залагали или мне кажется? Мне кажется, я как дурочка бегаю одна по данжу. Так. Ага, тут у нас... Тут у нас что? Тут у нас... А у нас в квартире газ. А у вас? Я помню, тут очень легко заблудиться. Это я помню. Так, куча собак. Отлично. Это я не вернулась туда же, где была, нет? О! Вот! Ты, существо! Я ради тебя тут просто круги нарезала. Вот этот. Вот, вон он стоит. Я тебе даже скриншотик сделаю. Вот это вот зараза, ради которой мы тут 3 часа наверстывали. Не, серьезно. Вот ради вот этого льва. Я даже подлечу поближе.
Вот такой лев. Ну что, симпатичный довольно-таки. Я верхом на льве. Фактически. Боже, мне уже саму качу, как вы это смотрите. Сейчас я вот так из первого вида без себя скриншоты сделаю. Во. О, красавец. Красавец просто. Ну, я надеюсь, там парочка удачных будет. Что там в чате пишут? Привет. Там, где ты, но тебя нет. Там много собак. Да, вот много собак, вот он этот лев. Но, походу, дело тут все залагавшие. Я вот даже попробую ударить. Нет, давайте я попробую поменять комнату. Ну, короче, это вот после улья. Вот куда-то сюда. А пони можно менять? Да, здесь можно несколько героев с собой иметь. Кошка белая с тобой, Тома. Да, это мой, моя кошка. Все нормально. Так, я такая... Упс. Что-то я как-то неудачно зашла. Нет, не убивайте меня. Дайте мне посмотреть атаку льва. Перед тем, как меня тут заубивают сейчас. Потому что у меня... Я даже... Так, что я туплю? Вот. Давайте посмотрим на атаку льва, пока нас не убили. Ничего себе! Что это за огнемет? А! Это такой мини-дракон? Ахаетеа. Ахаетеа. 37 уровень. А я 32. Не убивай меня, Ахаетеа. Так, а что опять? Ветер опять не работает? Глюки глючные. Ну вы видели, он действительно дышит огнем. Как ненормальный причем. Вот у тебя подушкой. А, ты не в ту сторону дышишь, ха-ха-ха. Черт. Я в него буду кидать подушки. Ну, че я все время падаю с этого обрыва? Вот тебя подушкой. Так нечестно, когда ты успел вылечиться, или это другой был? Да нет, тот же прицел вроде не менялся. Иди сюда, сражайся, как лев. Не, ну явно что-то лагает, потому что, видите, другие мобы на меня не обращают внимания. Я сейчас чувствую, время пройдет, и я просто умру. Да что ж тебя так припекает-то? Ей! Что с тебя упало? Какой лут ты нам дал? Ням-ням-ням. Ну, экспа с него упала. И то хорошо. Где данж? Меня не пускала. Тома, давай на другой сервер. Так, ну что, сервер, походу, у всех не работает. Я вообще только с третьей попытки сюда смог вернуться. Комнату дисконнектила. Так, ну льва мы посмотрели, меня это радует. Тома, поменяй комнату, только что меняла. Или это вы писали, когда еще не меняла. Перезайди, поменяй комнату для компьютера. Да, на компьютеру. Как поменять комнату? Пам-парам-парам. Так, комнату я поменяла, но только глюки-то остались. Ща, я спрошу. Ты где? Тома в улье. Это бы сюда очень долго шла. Вот. Я зато нашла этого льва, который дышит огнем. Да, но тут реально, чтобы сюда дойти, надо постараться. Европония.
О, меня кто-то нашел. Да, кто-то меня все-таки нашел. А, ну она со мной летала. Так, Magic Spark, другой сервер предлагает. Ну давайте поменяем, может, с тобой белая кошка, она твоя? Да, где-то тут была моя кошка, вон она, моя кошка. А, да куда я иду-то? Я... Так, пони, не уходи, я просто упал. Вот, я просто невероятно не то нажала. А, петуш! Петуш! Петушина подкрался незаметно. Опять петух. Что ж за петухи-то тут такие? И петухастые. Вот я вот тут встану, чтобы вы ко мне не лезли. Кстати, красивый это вид. Можешь скриншотик сделать. Одинокие охотники в данже. Просто. Ну, давайте я попробую перелогиниться. Сколько стрим будет идти? Ну, я думаю, это вторая часть, еще третья будет. Вообще, этот лев должен пускать огонь изо рта, но глюки, как всегда, все портят. Ну, я поняла, что это струя огня изо рта должна исходить, но он как-то то в бок, то куда. Читай мой прошлый коммент. Гениально. Вы могли просто повторить коммент. Тома это нашла кошку. Чё? Пишите грамотнее, я не всегда понимаю, что вы пишете. Так, ну вроде... Как называется игра, основной вопрос. Флай Шейк, молодец, она меня нашла. Я просто боюсь, что я сейчас на другой сервер не зайду. Ну, в смысле, я надеюсь, что я зайду, конечно. Ну, вон народ на Европонии нормально вроде. А, ну давайте попробуем понабежать на другой сервак. Сейчас, раз у нас у кого-то проблемы. Я надеюсь, что меня пустят. Так, ну, короче, со львом мы поняли, да? Он, конечно, тут классный, но... Хе-хе-хе. Давайте попробуем перелогиниться. Так, ну допустим. Ну давайте на американский попробуем. Говорят, там лучше. Сейчас посмотрим. Я почти дошла до тебя, но меня убили пчелки. Я дошла сюда только потому, что у меня глюки сплошные были, честно, и они меня не это самое. Ну смотрите, я, наверное, к началу улья тогда стартану. Так, ну в игре народ еще вроде есть. А, ну тот, кто со мной просто в пати, поэтому она меня и видит.
Вот я думаю, может, броньку одеть, хотя я не думаю, что она мне поможет особо. Так, ну чё, к выходу выйти? Столько вопросов. Задавайте, я постараюсь прочесть. Так, давайте, короче, стакаемся. Ну, флайс шейк. Давай, выходим в начало, попробуем вместе сюда дойти с народом. О, привет. Я так и упал. Давайте попробуем еще раз. Прям? Дойти все вместе. Вроде, короче, прямо и налево, типа того. Вот, сейчас попробуем больше организованности дойти до места. Короче, не отвлекаемся на посторонних собак, идем туда, куда нам надо. Вот нам сюда надо, да. Тут лучше пролететь. Так, да, сюда, потом вот сюда, к водопадику. Я вас жду возле водопадика, давайте. Подгребаем. Да, вижу, народ пошел. Так, дальше нам надо с водопада прямо вот туда. Прямо вот сюда, да. Сюда прямо. Сейчас я чат почитаю на ютубе. Сейчас, секунду, мы попробуем дойти до того места. Я думаю, просто ребятам тоже интересно посмотреть на этих мега-собак всех. Так, дальше мы идем вот сюда. Тут одна дорога. Прям ориентирование на местности какое-то. Так, а вот дальше я не помню, куда я тут залетала. По-моему, да, по-моему, сюда куда-то. Да, вот улей. Короче, по правой стороне держитесь, тут будет улей. Так, отлично, дальше мы едем по улью вверх. По улью... Да, ёлки, выпусти меня! Улей. Пчелки такие. Давайте петь. Я пчелка. Я вовсе не медведь. Так. У меня голова закружилась. Это норма. Отлично. Вылетели из данжа. Дальше. Прямо. Давайте подожду вас. Кто у нас там? Есть живые после пчел? Так, давайте подождем народ. Глухая пчела неубиенная. Ну и тьфу на тебя. Все, короче, пошли дальше. Так, и вот тут просто прямо. И, по-моему... Так. По-моему, я сворачивала вот сюда. Идет кто за мной? Да, кто за мной идет. По-моему, я сворачивала сюда, вот мимо мантикоры этой. Так, дальше куда-то вот сюда, по-моему, кажется. Да, вот кажется. Когда кажется, знаете, что надо делать? Так, вот тут я уже не помню, куда конкретно. Куда-то... А, вот сюда, наверное, да? А, ну вот тут уже. Тут уже нашли без меня. Вот, да, вот розовое облако сигнализирующее. Вот он, лев. Вот он, лев. Можете, кому надо, попытать счастье. Тут, кстати, кто-то уже из наших пришел, да? Это, смотрите, это Guardians. И что-то ты будешь сражаться с нами, нет? Он даже с нами поговорить не хочет. Или опять все залагало. Как только Тома приводит толпу пони, все начинает лагать. Он не хочет с нами говорить, стражник. Так, ну это, кстати, конец. Туда меня не пускает почему-то. Наверное, стражник говорит, что извините, но там пока закрыто. Так. Что, залагало? Комнату поменять тогда? Дайте сейчас я YouTube посмотрю, потом поменяю комнату, если не отлагает. Так.
Так, что у нас на Ютубе писали? Кстати, перерыв сейчас бы надо сделать. Ты успеваешь играть в Portal Knights? Не, я пыталась, но у меня не получается. Я вообще не успеваю. Хотя мне игра очень нравилась. При логининг ин... А, ну вот меня выкинуло. Что-то там надо сделать. Посмотрите по... В комментариях под этим роликом есть ссылка на вопросы в группу ВКонтакте, ссылка на, типа, частые вопросы. Да ладно, вы меня выкинули, я туда столько шла, и вы меня сюда выкинули. А, ссылка на частые вопросы есть. И там в комментариях эту проблему, по-моему, обсуждали. И там, по-моему, есть решение вопроса в этой логин ин, кажется, или error там какой-то. Короче, что почитайте там, что было написано. Давайте, наверное, страж в Брамбле выкидывает тебя из локации, когда ты с ним поговоришь. А еще за спиной стражи есть кролики сотого уровня. Это он меня выкинул из Брамбла? То есть это меня не игра выкинула, это страж отвис и выкинул? А, это типа телепорта, типа ты дошел до конца, всех победил, и он тебя просто телепортирует, типа, чтобы ты обратно не шел, да? Так что ли? А еще за спиной есть кролики сотого уровня, но я не могла к ним подойти. Какой пони из дружбы это чудо ты любишь? Я Искорку, а я Рерити, я получаю Кейденса Куку. Я сейчас в Картлендс, как дойти до вас? Да мы уже возле выхода стоим. Может пойти в Клоуздейл, может быть. Короче, давайте я перерыв на 2 минутки, потом почитаю игровой чат. Давайте пока подсоберемся, если вас тоже выкинуло. Потому что меня, походу, телепортнул страж, как я понимаю. В общем, собираемся, пишите, что хотите. То ли в лес, то ли тут мобов просто поубиваем. Еще тогда полчасика после перерыва поиграем. Вот, и тогда далеко не расходитесь, перерыв на парочку.